Також до нашої студії завітав засновник політклубу В'ячеслав Сімченко. Вітаю вас. Доброго утра. Доброго. У нашому місті організовано цикл безкоштовних зустрічей-тренінгів, які виховують миколаївців дійсно справжніх успішних підприємців. Розкажіть нам, будь ласка, як у вас, як у засновника політклубу, виникла така ідея, що, можливо, вас спрямувало на цей шлях допомагати людям дійсно виховувати в собі якісь навички? Вы знаете, как я всегда говорю, лучший двигатель прогресса – это лень, так и от скуки всегда в голову приходят какие-то идеи немножко сделать свое существование на нашей земле немножко интереснее и веселей. Мы привыкли, что зачастую о политике говорим на кухне, под рюмку водки, в такси, в маршрутке, в очередях, на рынке, везде, где угодно. При этом зачастую, когда у нас там редкие встречи с друзьями-единомышленниками происходят, мы часто произносим фразу, как редко мы встречаемся. Иногда даже есть такая поговорка, что бывает там друзья видятся только на свадьбах и на похоронах. Вот. Поэтому возникло такое желание более-менее регулярно встречаться с людьми, с которыми приятно общаться, с которыми какие-то есть общие ментальные ценности. И вот решил организовать такие встречи какой-то периодичностью. Но опять же, встречаться просто, чтобы рассказать, что хорошо, что плохо, либо просто за чашкой чая, чтобы немножко это разнообразить, решили организовать вот таких спикеров, которые сначала задают тон, задают тему, и потом уже после завершения там какие-то проходят интерактивные действия. Ну, расскажите нам трішки про ваших спікерів, хто вже у вас там, так сказать, давав. Достаточно разнообразное направление. Это и глава комитета избирателей Украины Николаевской области, например, Саша Ухмановский, это Оксана Шевчук, это коуч, преподаватель Могилянки, она вела, вот сейчас уже будет сегодня второе ее выступление, первый раз это было риторика, искусство, ораторское, сегодня это будет креативное мышление, развитие, как задекларировано, посмотрим, развитие в каждом человеке есть какое-то творческое начало, даже если не умеешь рисовать, но все равно тут больше зависит не от того, как движутся в твои руки, а как работают твои извилины в голове. Это и работа со СМИ, это касались и непосредственно уже выборных технологий, это и моменты манипуляции, это нейролингвистическое программирование. То есть такое достаточно разнообразное. Да, как взагалі обираєте ці теми, тому що слухаючи вас і розуміючи, які були теми і спікери, розумію, що виховуєте, можливо, навіть майбутніх президентів. Знаєте, тут, звісно, була ще одна така движущий момент. Почему вот я организовал такое движение? Я помню, когда 2 года назад я занимался формированием партии в городе, и в основном подбирали людей, которые никогда раньше в политике не участвовали. У всех были, несмотря на то, что люди с достаточным жизненным опытом, с достаточными есть за плечами определенный опыт, но многие не понимали, что делать, что такое, вот, собственно, это политика и с чего начинать, куда идти, куда бежать. Плюс у нас сложился определенный стереотип, что политикой занимают депутаты, идут это всегда либо какие-то большие чиновники, бизнесмены, директора, еще все, что, ну и прочее. При этом есть пример, ну, я считаю, он один из лучших депутатов, и сегодня один из лучших глав райадминистрации, это Сережа Танасов, это солдат, который стал депутатом, стал вот сегодня чиновником. И мне захотелось вот сделать
немножко помочь и сделать вот этот вот весь покрытый мраком и тайной процесс ближе к людям, которые, может быть, более достойны заниматься этими вопросами, чем те, кто занимается ими сегодня. Немножко, что называется, открыть им двери в это направление, чтобы могли себя пробовать. Скажите, как можно стать слушателем ваших тренингов? Для этого надо сделать один очень такой серьезный рывок. Надо побороть себя. Однозначно побороть. Одна из сложнейших. Да, это очень важно. Надо оторваться от дивана. И к 18.00 приехать на улицу Дунаева, угол Соборная, бизнес-центр «Южный Бриз». Желательно предварительно на Фейсбуке зарегистрироваться. То есть это на Фейсбуке можно найти мою страничку, либо страничку политклуба, которая там есть, либо Татьяну Жаринову, которая является у нас основным модератором этого процесса. І поставити плюсик. Переглядавши сторінку політклубу, дійсно розумію, що все для народу і реєстрація на тренінгу, як можна сказати, проста. Головне тільки бажання, тому що для того, щоб зареєструватися, необхідно написати «Я піду». Да. Я буду. Да. І ви приймаєте усіх охочих. Щодо того, що приймаєте усіх охочих, дуже багато людей вже приєдналося до ваших тренінгів. Навіть до 70 осіб було вже. Да. На останнє, в прошлую середу, дійсно було 70 чоловік. Розширятись не думаєте, якщо вже піде дійсно? Плани, звісно, такі жадні. Всегда по принципу «чем больше, тем лучше», потому что не стоит забывать все-таки основы, которым нас учили древние, о переходе количественных изменений в качественные. Поэтому, конечно, чем больше людей будет приходить участвовать в этом процессе, тем больше шансов, что достойные, хорошие, порядочные, сильные люди смогут себя захотят, потом попробовать в каких-то политических движениях, в депутатских и прочее. Чем больше там будет хороших, порядочных людей, тем лучше будет жизнь. Расскажите, как часто відбуваються ці зустрічі? Каждую среду, пока хватает мыслей и идей и спикеров, будем это проводить еженедельно. Единственное, были небольшие новогодние каникулы на вареники и оливье. Тобто продовжуватись робота планується ще тривалий час, тому що, знаєш, ваша команда, розумієте, ідей багато. Є вже определені договоренності і дуже теж цікаві, нестандартні спікери з Києва приїдуть. Ух ти. Пока не хочу озвучувати, пусть це буде маленький секрет. Але прем'єра все ж таки відбулася в програмі «Новий день». Друзі, ви отримали дійсно унікальну інформацію, що варто не пропускати тренінги, зустрічі політклубу, тому що обіцяючи більше цікавих спікерів. Хотілося б наостанок, на завершення нашої розмови, підсумувати актуальність і значущість цього проєкту політклубу у нашому місті для миколаївців. Тут я, может быть, чуть-чуть повторюсь. Очень много нареканий сегодня везде о том, что во власти люди не совсем те, которых люди хотят, народ хочет видеть. Очень много жалоб на депутатов, но в конце концов это те люди, за которых мы проголосовали. И есть большая востребованность, мне кажется, как раз в новых лицах. И опять же, я могу, то, что я наблюдаю, даже в этом составе, ряд людей, которые только впервые стали на этот путь, они оказались, на мой взгляд, одними из лучших представителей, которые есть в депутатском корпусе сегодня. И многие люди, которые действительно этого достойны, которые это могли бы делать хорошо и качественно, они не знают, с какой стороны к этому подходить. Все понимают, что надо либо идти в какую-то партию, кому-то кланяться, с кем-то о чем-то договариваться, кому-то давать каких-то денег. И как раз
человеку с нормальной, ну, на мой взгляд, ментальности, этот путь не интересен. Вот. Поэтому смысл в этом одно. Ну, помимо того, что личный интерес в том плане, что есть повод пообщаться с хорошими, интересными людьми каждую неделю. Вот, то есть это своего рода, можно считать, тоже как развлекаловка. А если говорить вот так глобально, это попытка влить свежей крови в эти политические движения. Дякую. Крові в хорошому смислі. Дякуємо, що звітали в нашій студії. Дякуємо, що для вас небайдужа доля миколаївців і нашої країни, що турбуєтесь про те, хто буде керувати дійсно нашим містом. Якщо мир окружаючий ми самі не будемо робити краще, то за нас його ніхто не зробить. Ось так, друзі, прислухайтесь до порад, до нашого сьогоднішнього ранкового гостя, тому що варто прислухатись до людини, яка є успішною і яка на власному прикладі показує, що якщо змінити щось спочатку у собі і розпочати змінювати світ самому, то можна дійсно зробити щось найкраще.